Ми тут не договорили про наші таємниці з Оксаною поза ефірні. Каже, треба розказувати всі секрети, тим більше секрети, в ефірі. Да, тим більше в ефірі. А ми, як Оксана вже анонсувала у Фейсбуці, закриваємо перший сезон серіалу «Щасливі вместе». Да, це «Богунь на АТР» і... Я забув, це прайм-тайм був взагалі, який ми почали ще 1 березня. Сьогодні наша пара завершає цей ефір, і ми йдемо на канікули. Це останні два блоки. Забув представити студію Оксана Денисова. Осман Пашаєв. Так, ми справді сьогодні завершуємо, повернемося у вересні, нас очікує переформат. А сьогодні маємо два блоки ефіру на двох. І в другому блоці ми будемо говорити про трудові будні Європарламенту, Верховної Ради. Доторкнемося поточних подій цього тижня. У нас буде в гостях виконувач обов'язків голови ПАРЄ Георгій Логвінський. А в першому блоці маємо розмову з надзвичайним та повноваженим послом Азербайджану Азером Худієвим. Добрий вечір, Азере. Да. І тепер ми будемо нарушати квоти, бо ми переходимо на російський язик. І є інформаційний повод для того, щоб зустрітися з послом Азербайджану в Україні. На прошлой неділі, 4 июля, був інцидент на границе Азербайджана і, правильно говорити, время оккупированной территории, да, на Нагорного Карабаха, когда в результате обстрела армянскими вооруженными силами погибла двухлетняя девочка Захра, фамилию вот упустила, Гулиева, и ее бабушка. И инцидент стал причиной того, что конфликт перешел в горячую фазу. И так как эта тема, в принципе, близка и сейчас и для Украины, вопрос и оккупированных территорий, и войны фактически на Востоке. Поэтому какие-то аналогии, наверное, аллюзии мы вынуждены будем проводить, поэтому... Я напомню, что Азербайджан пытается отвоевать свою территорию назад уже 25 лет, правильно я понимаю, Азер? Да. И 25 лет вы решаете этот конфликт в каком-то минском формате в очередном, да? И меня вот, я каждый раз, когда смотрю на очередной раунд переговоров, да, меня это повергает в уныние, потому что я боюсь, что нам грозит то же самое. Скажите, вы уверены в том, что альтернативы такому формату нету? Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за приглашение на такую замечательную студию. Что касается нашего конфликта, да, он нам достался как плохое юридическое наследие после развала Советского Союза. Некоторые республики бывшего Советского Союза, такие как и Грузия, Молдова, и в том числе Азербайджан, встретились с такой бедой, как сепаратизм. Да, действительно, мы 25 лет боремся с этим сепаратизмом. Он очень похож, что в Молдове, что в Грузии, что в Азербайджане, что сейчас вот происходит в восточной части Украины, эти действия на Донбассе. Конечно, сепаратизм имеет одну окраску. Да, у нас больше 25 лет мы ведем этот конфликт. Процесс ведется в рамках Минской группы ОБСЕ. Эта платформа на сегодняшний день как бы единственная, безальтернативная, но в течение этих лет мы поняли, что эта платформа не очень-то успешна, потому что нету механизма рычагов давления, нету механизма влияния на того, чтобы решить этот процесс мирным путем. Он не решился. То же самое, вы знаете, Приднестровский вопрос, он в ОБСЕ тоже решается, и вопрос территориальной целостности Грузии, и наш Карабахский вопрос. То есть ни одно из этих конфликтов не нашло своего решения на этой платформе. Конечно же, я в своих интервью тоже, когда веду параллели с сегодняшним украинским кризисом, все время желаю, чтобы он не так растянулся, как наш карабахский вопрос или же приднестровский, грузинский вопрос. Я буду по ходу разговора зрителям напоминать, потому что мы понимаем, что в Азербайджане не так мы хорошо могут знать, как бы мы ни хотели ситуацию в Украине. Соответственно, в Украине не так, даже иногда пытаются, есть у людей попытка забыть, что у нас происходит, не говоря уже про Азербайджан или про Молдову. Конфликт в горячей фазе фактически начался в 1988 году, да, еще до развала Советского Союза. В Нагорно-Карабахской автономной, по-моему, статус области был у нее, да, в составе Азербайджана. Абсолютно. На территории этой области можно было назвать его фактически армянским эксклавом. 70% населения составляли где-то армянское население, около 30% азербайджанское. К 92 году
азербайджанское население полностью было изгнано, в том числе из таких регионов, как город Шуша, если я не ошибаюсь, да, который был населен азербайджанцами, и завершилось все это фактически геноцидом, о котором в последнее время говорят больше, но все еще мало известно. Весь мир знает о том, о армянском геноциде, и мало говорят о геноциде, который произошел в конце 20 века. Это истребление мирных жителей города Ходжалы. Вот со всеми, ну, кроме, если о Ходжалы кто-то еще знает, о Шуше, о Багдаме знают еще меньше. Это фактически был геноцид азербайджанского населения. И в самом Карабахе азербайджанцев не осталось вообще, да, как физически. То есть, и пока речь даже не идет, речь шла, кроме того, что был отделен Нагорный Карабах, были изгнаны азербайджанцы и не азербайджанское население. С прилегающих территорий. Это 7 районов, которые отделяли физически просто, ну, Карабах не имеет границы с Армянской республикой. Те регионы, которые отделяли и не были никогда даже частью Карабаха, эти регионы тоже были захвачены армянскими вооруженными силами. В общей сложности 20% территории. В общей сложности 20%. Да. И пока речь идет только вот в этом минском формате, даже не о решении этой проблемы, а в возможном возврате и деоккупации 5 из этих 7 районов, которые к Карабаху не имеют отношения. Абсолютно верно. Вы заметили, что если посмотреть географически, эти 7 районов, прилегающие, никакого отношения не имеют. Они просто оккупировали эти 7 районов как буферную зону, чтобы потом могли как бы на предметный разговор еще и торговаться. Но принципиальная позиция Азербайджана – это торг неуместен. Мы не торгуемся землей, как говорит наш глава государства, об этом и не может быть и речи. Но вы готовы к поэтапному разрешению конфликта? Мы поэтапному есть, конечно. У нас очень много есть мадридские принципы, есть другие документы, дорожные карты, которые мы приводились, дискутировали в рамках ОБСЕ. Но каждый раз, когда подходит близко решение, мирного решения нашего вопроса, армянская сторона все время путем каких-то провокаций, они выходят из мирного процесса, и этот процесс затягивается на долгие годы. И вот эти долгие годы сохраняют статус-кво, который он неприемлем для целого региона нашего. Потому что для них этот статус-кво думает, что чем больше продлят это время, то тем больше мы успокоимся, мы смиримся, мировое сообщество будет на нас давить больше, и мы смиримся с какими-то компромиссами, но, как говорит наш главнокомандующий, верховный главнокомандующий, глава нашего государства, наши земли – это не предмет компромисса и не может быть. А давайте выйдем немножко за рамки вот этой. Это сложнее будет для вас, как все-таки для дипломата, дихотомии «хорошие азербайджанцы, плохие армяне» или наоборот, в другом дискурсе «хорошие армяне, плохие азербайджанцы». Есть игрок в этом регионе – Россия. Россия, которая по ОДКБ союзник Республики Армении, по-моему, Азербайджан не входит, да, в ОДКБ, но при этом Азербайджан, и об этом все чаще пишет, даже армянская сторона покупает вооружение, а Россия продает вооружение Азербайджану. То есть, расскажите про роль. Ну и в Карабах тоже армянской стране Россия тоже поставляла оружие, правильно? Россия вот оцените игры России с обеими республиками. Вы знаете, наш Южный Кавказский регион, он очень интересен для внешних игроков. Вы правильно отметили, что есть внешние игроки. Это геополитика, понимаете. Он настолько интересен с запасами углеводородов, с богатейшими запасами и ресурсами. Что мало кого интересует, сколько армян и азербайджанцев еще погибнет в этом конфликте. Абсолютно верно. Там есть геополитические столкновения геополитических интересов и Запада, и северных наших соседей. В целом это пересечение интересов геополитических. Поэтому представьте себе, если они могут иметь рычаг давления на наш процесс это регулировать, то они могут диктовать свои условия. Конечно же, это выход в Каспийское море, это Средиземное, это через Каспийское море, это выход напрямую на рынок Средней Азии. Иранский рынок также контролируется дельта Поволжья. Это стратегические, военно-стратегические позиции. Поэтому, конечно же, наши соседи вполне как геополитики играют свою игру и хотят побольше иметь влияние на нашу страну, чтобы мы как-то прислушивались к их мнению.
Там есть и Иран, и Турция, конечно же. У Ирана свои, конечно, геополитические интересы. Но в нашем данном конфликте Иран, он принимает нейтральную позицию. Турция, вы знаете, это исторические наши союзники. Это один язык, одна культура. Давайте про Россию все-таки. А Россия? Россия тоже очень большой наш сосед, геополитический. Мы стратегические партнеры. Они, вы знаете, Россия является одним из членов сопредседателей. Они сопредседатели Минской группы. Это Россия, Америка и Франция. Естественно, у нас тоже, да. Да. Ну, иногда, вы знаете, когда продают оружие, которым есть, вот этими же оружиями накаляется обстановка, конечно, азербайджанская сторона очень вызывает большую тревогу и обеспокоенность. Как же члены Минской группы, которая одна из трех, должна решить в мирном русле. И вот иногда втягиваются в такие процессы. Или же вот сегодня я прочитал, что формируется общее, ну это в рамках ОДКБ, это формируется, уже подписан, ратифицирован в российском парламенте такой этот самый документ, как об формировании общего российско-армянского группы войск. Конечно же, это нас очень сильно беспокоит, потому что вместо того, чтобы наоборот на нейтральной зоне выступать с нейтральной точки позиции, здесь ведутся какие-то геополитические игры. Нет, просто мне интересно, что же мы будем делать с этим всем. Наши правители тоже говорят о том, что их это очень беспокоит, но никто не может предложить решение. Они говорят, нет альтернативы Минскому процессу. Да? Какие меры вы принимали внутри страны? То есть выводили санкции по Карабаху? Что они там производят? А можно я, вместо посла, да, чуть-чуть короче, а потом посол будет дипломатично говорить? Да. А? Азербайджан все эти годы усиливался экономически, усиливал свою армию. И в прошлом году, в принципе, давайте скажем честно, Азербайджан пошел в наступление, да? Это в 2016 году, и продвинулся немножко, ну, правда, вы нас уточните, сколько там километров или несколько сот метров вы продвинулись по линии размежевания? Насколько получилось продвижение? Я расскажу об этом инциденте. Это тоже, понимаете, вот я вам говорил, что в связи с тем, что, да, у нас динамичное экономическое развитие страны, мы укрепляем, наша армия одна из самых боеспособных на сегодняшний день в регионе, мы можем... Она может поставить любые решительные задачи, которые поставит перед ней глава государства. Но в Армении, в отличие от нас, у них трудные экономические и социальные проблемы. Она в очень плохих условиях, потому что экономически она, вы знаете, не может развиваться в регионе, если там такой стабильности нету. Ну, взять, если по географически, таких как ресурсов, как у нас, или потенциалы экономические у них не существует. Поэтому она и первая, это такая большая причина, когда все идет хорошо к мирному процессу. Почему они занимаются этой провокацией, обстрелом мирных жителей, как 4 июля? Это первый, самый такой ключевой аспект, это отвод внутреннего населения, электората от этой проблемы. То есть они из социальных, экономических проблем, которые внутри страны очень беспокоят население Армении, они просто отводят тем, что консолидируют общество, что вот азербайджанцы нападают. Внимание отвлекают. Внимание. Это трюк отвлечения внимания, политический трюк. 1 апреля 2015 года тот же самый инцидент был. Армянская сторона, опять-таки, когда в Армении, вы, наверное, помните, были внутренние волнения, взяли в заложники более месяца или двух какие-то части или там полицейские участки. Там было что-то похожее на Майдан потом, да. Что-то, да. Ну, это же мы не делаем. Это воля народа Армении, который сегодня тоже в заложниках из-за этой националистической партии, которая во главе Армении сегодня, Дашнак Тютюр. Во всем виновата эта политическая власть, которая правит. 1 апреля тоже были волнения, и чтобы отвести вот эти вот внимание население и вот эти волнения, они обстреляли машину с гражданским населением, которое просто ехало домой. Вся семья погибла. В ответ на это наш министр обороны, он дал команду, чтобы очистить те высоты, которые могут стратегически позволять армянским оккупационным войскам следить за деревнями снизу. Была просто антитеррористическая операция тоже. Она длилась пару дней, по-моему, 4 дня. 4 дня.
Ну, в результате этой антитеррористической операции мы освободили более 2000 гектаров и взяли около 3 или 4 высот. Двое из них, я точно знаю, это стратегические, это высота Талыш, тоже, видите, от Танпамина тоже наше название. Это Чоджук Мерджанлы и это Талышинские высоты. То есть один из механизмов мы поняли. На провокации отвечаем, мы опыт просто перенимаем сейчас в эфире. Да. На провокации отвечаем наступлением. Конечно, если... Точечно. Если, ну, да, потому что если... Вот представьте себе, у нас боеспособная армия, у нас население за армией стоит, и нам задается вполне логичный вопрос. Почему же вы не отвечаете? 37% нашего бюджета уходит на вооружение армии. По вопросу Карабаха, я даже у самых демократических и антироссийских армянских представителей не вижу такого желания и понимания того, что это нарушение территориальной целостности. Дискурс уходит совершенно в другую сторону, об истории, о самоопределении, о том, что мы слышим в риторике России. Вот как вы видите идеальную ситуацию разрешения? То есть какая-то фантастическая армянская власть приходит и говорит, мы уходим из Карабаха и оставляет армянское население, которое там жило, и ему Азербайджан гарантирует безопасность этому населению. Вот как вы себе вот коротко видите это? Вы знаете, он очень прост. Решение проблемы нашей, он на столе уже сколько лет. Есть дорожная карта принята. Первое, самое первое, это отвод оккупационных войск с территории, оккупированных территорий Азербайджана. Ведь вся эскалация, она единственная причина напряженности, это прибытие, то есть наличие прибытия армянских оккупационных войск на территории Азербайджана. Это вот самый главный знаменатель. Первое – это отвод оккупационных войск. Второе – это возвращение беженцев, их более миллиона, 1 200 000 беженцев у нас, эти 7 районов тоже. На эти 7 районов… Вы уверены, что они хотят туда вернуться? Конечно, это же их не исторические исконные земли, у них там предки похоронены. Нет такого. Я работал до МИДа самые молодые годы молодым комиссаром по беженцам и вынужденным переселенцам. Я знаю, как они вот все время врывались к себе в родные очаги. Я просто почему спрашиваю, потому что у нас очень небольшая часть внутренних переселенцев с Донбасса готовы вернуться обратно, если что. Там разрушенный регион, там обстреляно все, да. Он экономически, там разобраны заводы, вывезены на металлолом в Россию, да. Он полностью, там все снесено практически под ноль, да, что касается промышленных мощностей, так. Во-первых, люди не очень хотят туда возвращаться, а во-вторых, несмотря на могилы предков, то есть они могут поехать на могилы к предкам, но потом они уже здесь адаптировались, вернули. Они предпочитают оставаться здесь, да? Но есть еще не один... Не всегда хороши прямые аналогии, потому что, не дай бог, конечно, но вот когда речь шла о депортациях на Западной Украине, да, вот, или операция «Висла» и прочий обмен, люди до сих пор помнят про свои исторические земли. Да? Не хочу никого оскорбить, но давай, промышленные регионы, это называется «понаехали», да? Особой привязки... Не обязательно. Села были, и украинские села, и прочее. Когда мы говорим об Азербайджане, это тоже коренное население, которое жило веками там. Почему? Я же говорю, я закончу, смотри, я провожу параллели. Мало того, что они очень не хотят туда возвращаться, то и есть довольно большая часть населения в Украине, которая не очень хочет возвращать саму территорию по той же причине, да, потому что они говорят, зачем, почему мы должны из своих налогов оплачивать восстановление региона, тем более, что там нас все ненавидят, они ненавидят Украину. Как у вас с этим, у вас население... Однозначно придерживается того, что территории необходимо возвращать, они же, я думаю, там находятся в такой же ситуации экономически. Ну вот смотрите, после 4-дневной войны в апреле 2015 года были взяты 2 высоты и 2 селения, поселка были освобождены. Это Чоджук Марджанлы и Талышинские вот эти высоты. Спустя месяц там были проведены грандиозные работы, инфраструктуры, подтянуты. Я вам как-нибудь отправлю информацию. Люди, которые были с Чоджук-Мерджанлы, да, они сразу же переселились там, вот, в этих территориях, где уже 2000 гектаров освободили наша армия. Там живут те часть населения, которая раньше проживала. По поводу разрушения инфраструктуры, конечно, это люди. Вы правильно говорите. Людей нельзя просто загонять туда, где после войны ничего нет. Это семьи, это судьбы. Как они без инфраструктуры могут там жить.
Конечно, у нас поэтапно, мы хотим тоже после того, как освободить свои земли, начинать там уже возведение инфраструктуры и других прочих нужных для первых нужд людей. А после этого у нас есть специальная программа по переселению наших вынужденных переселенцев в свои родные очага. Я можно вернуться к вопросу господину послу? Но вы признаете, что на территории самого Карабаха есть и армянское непришлое коренное население, которое там жило, да? Вот вы себе представляете сейчас после крови, которая была, совместное проживание азербайджанцев и армян? Вы знаете, это очень трудно, конечно. Было настолько это затянут наш конфликт, что порой иногда даже вне дипломатии говорят, что мы перешли точку невозврата. Но это география, нам никуда не деться. Мы соседи, мы были и мы обречены быть соседами географически. Конечно, если взять в истории, вы знаете, между Францией и Германией война была столетняя. Я не знаю, много очень войн было. Но сегодня мир меняется. Это высокие фундаментальные ценности человека, когда надо быть высококультурным, чтобы начинать уже... Если мы... Конечно же, будем, собираемся жить вместе, потому что один из принципов то, что по поводу Карабаха туда должна вернуться и азербайджанская община, как и жила, ну и армянская должна проживать. Мы не говорим, что была этническая чистка, и все, теперь обратно мы исторически забираем все. Как было, у нас было ведь во время еще НКО, жили на территории Карабаха и азербайджанские, и армянские общины. То есть это все в документах прописано, что как-то... А остальное дело, конечно, это дело уже политической воли. Мы должны стремиться к тому. Мы должны и не только политики или технократы, мы должны и как два народа показать свою высокую культуру и древнюю культуру, которая на самом деле зарождалась в колыбели Кавказа. Кавказ — это считается колыбель из самой древней истории. Сами армяне говорят, что они самые древние. Вот пускай и покажут свою древнюю культуру. Если ты захочешь закончить Карабах, скажи мне, потому что у меня есть еще один вопрос. Нет, у меня на самом... к Карабахам? Ну, давай про Карабах. Я все-таки пытаюсь найти. Я только что определилась с двумя пунктами. Я же опыт принимаю, я же записываю сейчас. С двумя пунктами я определилась. Решение проблемы, отвечать на провокации точечным наступлением, отстраивать территорию по мере освобождения. Третье, санкции. Вы ввели санкции против Карабаха. Они там что-то производят? Производили? Я вам скажу, на наших оккупированных территориях у нас есть разведданные, что работают и иностранные компании, и российские компании. Конечно, мы эти информации берем и составляем базу. Мы по отношению к этим иностранным компаниям, ну, той или иной, которой стране принадлежат, посредством МИДа, дипломатических каналов, мы переписываемся, мы... доказываем, убеждаем, что это оккупированная территория и ваша страна, к примеру, Франция. Вот французские компании там работают. Мы убеждаем через месяц, что как могут там работать, если вы знаете, что это оккупированная территория. Это полное нарушение международных прав и гуманитарных. То есть они уже этой компании посредством своей линии говорят, что там нельзя работать. Некоторые нам удается оттуда вытеснять. Некоторые недобросовестные, которые не подчиняются никаким правилам и международному праву, но они у нас в санкциях, они находятся у нас под санкциями. Я вам скажу более того, что вот недавно нам удалось одного блогера, который все время пропагандировал Карабах. Лапшина? Лапшина, да. Он являлся гражданином и России, и Украины, и Израиля. Нам его через Белоруссию удалось все-таки экстрадировать. Сейчас у нас он под временным следствием. Кто-то из этих стран, Россия, Украина или Израиль, обращался к вам о передаче? Да, конечно. И Израиль, и Россия обращались. Украина? Наши нет, слава Богу. По-моему, пока не было. Но я, насколько знаю, что там какие-то, наверное, посредством посольства были. Но Россия, конечно же, это как и гражданин Израиля, а и посол Израиля, это было в СМИ. Они добивались этого отчетливо, чтобы... Но, понимаете, надо делать прецедент.
Если человек нарушает международное право и еще и этим гордится, это он делает то, что не нужно, вообще в целом делает как по постулатам человечности, то он должен быть наказан. То же самое, я думаю. Перейдем к сложным моментам. Сложным, потому что при всей союзничестве и симпатии к Азербайджану есть вещи, которые мы вынуждены понять на этой теме. Это начнем с резолюции ООН по оккупации Крыма. Азербайджан, мы видели выступление представителя Азербайджана о территориальной целостности, и каждый раз видели и на третьем комитете ООН, и на Генассамблее, как Азербайджан выходит покурить во время голосования и не дает голоса за признание Крыма оккупированной территории. Это мы дважды наблюдали в ООН. И за те пункты, по которым это не только Украина и ее оккупированная территория и аналогия с Азербайджаном, а еще о том пафосе, который есть в тюркском мире о поддержке, там идет о нарушениях прав крымско-татарского народа, о запрете меджлиса крымско-татарского народа, о политических преследованиях, исчезновениях людей. И Азербайджан в этой ситуации, в отличие от Турции, как бы не критично, Турция очень четко вместе с Соединенными Штатами и европейскими странами четко называет Россию оккупантом. Почему так происходит? Я думаю, что несколько у вас, наверное, недостоверная информация, потому что я вам могу это заверить как посол. У меня есть и документы, и все. Азербайджан проявил свою принципиальную позицию в 2014 году, когда в Совете Безопасности ООН была резолюция по Крыму. И в целом по территориальной целостности Украины. Мы поддержали ее. Это есть в сайте голосования Совбеза. Вы можете обратиться. Мы про ООН говорим. Генассамблея ООН. Генассамблея ООН, я вам скажу, это вопрос не территориальной целостности, потому что однажды, извив свою принципиальную позицию, Азербайджан не может ее потом поменять. И мы не собираемся, официальный блок не собирается ее менять, потому что это мы все время говорим. Есть такие моменты, когда просто не совпадают нашим национальным интересам. Например, я вам скажу, было голосование, вы правы, было голосование, когда принимался документ по допущению NGO, это неправительственных организаций и так далее, чтобы они проводили мониторинги беспрепятственные, я помню этот документ, так называемый, беспрепятственный пропуск NGO и других организаций на территорию Крыма. Вот смотрите, я вам просто скажу, у нас тоже есть конфликт, и армяне за этим наблюдают. Если мы в этом вопросе, в целом мы принципиально вас поддерживаем в территориальной целостности, признаем это все. В отличие от Армении, которая сказала, что да, у нас своя линия. Да, и признала референдум практически. Да. Ну, мы свою позицию высказали. То, что было в Генассамблее, вот я вам еще раз говорю, это несущественный документ. Мы по основным принципам вас поддержим. То есть, если бы мы поддержали вас об этом, то Армения бы и другие страны сказали, почему тогда они поддерживают, тогда нам тоже беспрепятственно. Хотя что мы сделали? Мы заблокировали, чтобы в Карабах никакая группа, никто, ни НГО, ни банки иностранные, там ничего это... Нам это выгодно. Мы это прошли 25 лет, мы знаем. Может быть, вам тоже пройдет время, вы увидите, что в этих делах оно не так уж и вам рационально будет, вот это решение. Потому что нам все-таки больше 25 лет, мы постепенно видели, что нас устраивает, что нет. У вас старые раны. У нас старые раны, мы прошли через это. У нас есть на самом деле очень глубокий и позитивный опыт вот этого конфликта. То есть, почему сегодня, я понимаю, возвращаясь... если бы мы признали, да, мы бы проголосовали за это, то, ну, я вам скажу, в конце, по дипломатической практике, наш представитель, руководитель дипмиссии ООН, он взял слово, и опять-таки это нормально. Он сказал, что мы принципиально поддерживаем. Наша позиция неизменна по территориальной целостности Украины и Крым, в вопросе Крыма. Нет. В этом документе мы не можем, потому что на следующий день вынесут армяне, чтобы мы им тоже... То есть, если есть прецедент, почему мы проголосовали. И тут, вы знаете, еще они все время любят... Вот, начинать в другую сторону крутить, что тут это мусульмане, они единоверцы, одного языка, одной самобытности. Мы не придерживаемся этих постулатов. У нас просто конфликт с Арменией. Ну как с Арменией? С кланом. Вы знаете, что кто сейчас стоит во главе государства, это те же выходцы. Они, кстати, граждане Азербайджана.
И были, и сейчас считаются, их никто их не вытаскивает, они по, в отношении их еще будут возбуждены уголовные дела. Как раз таки вы практически ответили на тот уточняющий вопрос, который я хотел. Я сказал, напомню, что мы все-таки находимся хоть теперь уже на всеукраинском, но изначально на крымско-татарском канале, у которого ядерная, но незабираемая, но ядерная аудитория в Крыму, на оккупированной территории. И, конечно, для крымских татар очень важно было, дело в том, что вы говорите о резолюции ОБСЕ, а 16-й год, это первые резолюции появились и в Европарламенте, ну, где только члены Евросоюза, там нет ни Украины, ни Азербайджана, но прежде всего от такой структуры ООН хотелось видеть позицию стран, которые как бы считаются тюркоязычными, как минимум. Мы не говорим о религии, да, а как бы общности языковой, культурной. И впервые в этой резолюции говорилось именно о нарушениях прав крымских татар как коренного народа, да, вот... Правда, в последней версии формулировка «коренной народ» она отпала, она есть только в резолюции Европарламента. Да. Вот, под давлением, мы знаем, Греции и Кипра эта формулировка отпала, именно «коренной народ», но тем не менее о нарушениях говорилось. И когда Азербайджан не голосует, для крымских татар это заметно. Они, крымские татары видят только то, что Азербайджан не поддержал ту резолюцию, где идет о нарушении небольшого коренного тюркоязычного этноса. Я еще раз хочу повторить, в целом мы всегда рядом с крымским народом. Это во всех заявлениях наших высоких властей, высокого руководства. Вот. Принципиально мы, вопреки всему, в 2014 году в Совете Безопасности ООН проголосовали. Мы свою позицию и свою волю изъявили крымскому народу и народу Украины в целом. Там два вопроса. А эти мелкие, которые бывают вопросы, я понимаю, может быть, для, на сегодняшний день на волне этой, вот когда идется все это, вот это, как сказать, ну, волна такая, которая ждет побольше, как суппорт, поддержки. Побольше, да, во всем, мы тоже в 90-е годы отовсюду глаза искали поддержки, искали, кто же нам откликнется, даже маленький. Такой голос, отголосок или сигнал для нас было большое. Почему у нас на сегодняшний день такие особые, глубокие отношения с Украиной? Потому что у нас, когда были тяжелые времена, 90-е начале, у нас не было, скажу честно, у нас реально не было строения своей армии. Вот в строении азербайджанской армии присутствовали военные инструкторы и военные эксперты Украины. Они нам помогали в строении армии. Они нам помогали и с бронетехникой, и с другими. Поэтому мы это, наш народ не может забыть. Это добро, и мы всегда рядом. Чтобы неприятный момент с азербайджанским послом нивелировать, все-таки выйду на более приятные вещи. Азербайджанская диаспора в Крыму, которая была, и были всегда традиционно хорошие отношения и украинских властей, и у крымско-татарского сообщества. Азербайджанская диаспора была одна из немногих, которая... Ну, не будем ее сильно палить, скажем, она проявила свою принципиальную позицию в рамках правового поля международного и Украины. Вот так я скажу, да? Именно и о лидере азербайджанской диаспоры. Что вы сейчас знаете о той азербайджанской диаспоре, которая в Крыму? Покидают ли они Крым или сохраняются? Что происходит с азербайджанцами? Нет, диаспора так, какова там, она до сих пор существует, сохранилась. Я вам даже более скажу, что здесь к нам приходили азербайджанцы, которые работали тогда еще в Крыму на хороших должностях, это и в правоохранительных органах. После того, как это все случилось, они первые же написали заявление и перешли на материк, главный материк. Ну и спасибо украинским властям, что они это не забыли, они обеспечили кто в миграции, кто в правоохранительных опять работает. Очень много наших студентов при поступлении было, поступили туда, медицинские, там, другие, гуманитарные. И когда было первое же, первое украинское обращение, что не будут приниматься дипломы, то эти студенты, они просто оставили и перешли, даже потеряли год, а некоторые даже полтора, они заново поступили в украинские вузы здесь, чтобы продолжить свое обучение по той или иной сфере. Азербайджанская диаспора там хорошая. Она сейчас имеет очень большие координации с материком. Здесь у нас есть, вы знаете, хорошая диаспора. Вот в последнее время в нее идет реформация тоже. Вот. И там, кстати, самые большие друзья крымские татары. Они сейчас с крымско-татарскими общинами
очень большие координационные эти... И вот я надеюсь, что эта дружба будет сохраняться. Вот мы вынуждены, потому что мы уже перебрали по времени, Азер Удиев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Азербайджан в Украине. К сожалению, я даже не ожидал, что 35 минут будет мало. Мы половину вопросов даже не успели. Я думаю, мы увидимся еще раз в этой студии после наших каникул. Зараз идем на новини кримсько-татарської. Російською мовою з кримсько-татарської були. Це попереднє. Ми переходимо на російську мову. І тепер же точно наступний ефір у нас фінально-фінальний, да? Да, дочекайся.